В ближайшие 5 лет в Якутске построят 22 социальных объекта. Это школы, больницы, поликлиники, водозабор и многое другое. Об этом и не только идет речь в новом указе главы Якутии Егора Борисова о социально-экономическом развитии столицы республики. Документ является продолжением указа от 2014 года. За время действия предыдущего указа в Якутске построили более 30 километров дорог, 4 школы, создали порядка 6 тысяч мест в детских садах, расселили более 6 тысяч человек из аварийного жилья. Построены 3 медицинских учреждения, которые были оснащены самым современным оборудованием. Поступившее оборудование, оно является высокотехнологичным. Да? Раньше, когда у нас его не было, пациенты ожидали этого исследования от 3 месяцев и более. Сейчас наши пациенты ожидают исследования в течение 7 дней, не более 7 дней. Да? Это оборудование позволяет не просто улучшить качество медицинской помощи, оно позволяет своевременно диагностировать тяжелые заболевания. А вот что сулит столице республики новый указ. Это строительство 22 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. В их числе кардиологические и онкологические диспансеры, центр адаптивной физкультуры и спорта, водозабор и многое другое. В эксплуатацию за 5 лет планируют ввести 1,5 миллиона квадратных метров жилья. На ремонт дорог направят более 4,5 миллиардов рублей. Будут созданы 12 тысяч новых учебных мест, что поможет забыть о второй смене в школах. Я считаю, что переход на обучение в первую смену повышает успеваемость учеников и есть все шансы сделать большой скачок в повышении качества общего образования. И, конечно, родители, ученики, учителя все будут рады и даже все приветствуют это. Это удобно для работы, это удобно для семьи, это удобно для учебы, саморазвития. Между тем, в Якутске проживает треть населения республики, и подписанный указ непосредственно касается каждого горожанина. Подписанный главой республики Егором Геннадьевичем Борисовым указ – это, на мой взгляд, исторический документ. Он предполагает очень серьезные вложения в развитие инфраструктуры нашего города и показывает отношение главы города к развитию нашей столицы. Этот указ мы готовили несколько месяцев, который затрагивает практически все основные направления развития города, начиная от дальнейшего продолжения программы по переселению из аварийного жилого фонда, заканчивая такими вопросами, как вот развитие образования, развитие культуры, строительство для них объектов, строительство вот IT-парка, туристического большого крупного кластера. Вот эти все вопросы попали в этот документ. И, конечно же, впечатляют и цифры. Общая стоимость этих проектов порядка 50 миллиардов рублей, которые будут вложены в город Якутск с учетом и республиканских, муниципальных программ, с учетом привлечение также средств по линии государственно-частного партнерства. Огромная, очень серьезная цифра. И, конечно же, вот реализация вот этой всей программы, она позволит коренным образом улучшить инфраструктуру города Якутска.